перед Богом. Но все, что у тебя есть, это залог. Ты пытаешься войти в сферы, которые зарезервированы лишь для тех, кто сполна посвящен Ему во всем. Ты пытаешься потребовать чего-то от Бога, нечто, на что у тебя нет прав. Ты думаешь, что просто от того, что ты говоришь языками, смог правильно выдать два пророчества и увидел небольшой сон и заучил пять стихов, что ты имеешь доступ к полноте привилегий в Божьем Царстве. Я здесь, чтобы сказать тебе, ты не прав. Это кольцо должно быть достаточно большим, потому что оно обозначает, что у меня серьезные намерения. Когда ты даешь залог на дом, это значит, что ты серьезен. Зачем большое? На случай, если она пойдет в церковь, а меня там нет. И какой-то молодой притчер будет в восторге. Холостой посмотрит и скажет, вроде я вижу свою жену, когда она поднимет свою руку в поклонении. Кольцо должно быть достаточно большим, чтобы показать ему, нет-нет, посмотри вон в ту сторону, здесь уже поздно. Она идет в магазин, а какой-то молодой врач идет со смены и думает, а она красивенькая. Когда она потянется за дыней или еще зачем, томатами или капустой, брюлик должен быть достаточно большим, чтобы ему даже и не пришлось подходить поближе. Пойми, то же самое Бог запечатлел нас своим Духом Святым, чтобы когда дьявол говорит «Я хочу тебя», каждый раз, когда ты начинаешь, это показывает дьяволу, их нельзя трогать, их уже взял Бог. Они уже принадлежат Богу, Он уже пометил их, Он серьезен. Они Его, и это серьезно. Их нельзя трогать, потому что они принадлежат Богу. Это залог, но это не полнота. Потому что настанет день, когда мы сыграем свадьбу. И помолвка будет недолгой. Мы вырастем на новый уровень. И когда я женюсь, я не буду одевать дорогое кольцо ей на палец. Я одену простое кольцо. Кто-то скажет, что? Епископ Аш, это неправильно. Почему ты не оденешь ей на палец что-то дорогое? Потому что она получает нечто намного более дорогое, чем цена того кольца. Что? Меня. Она получает меня. Люди скажут, что-то у тебя простенькое колечко. Она скажет, погоди, пока мужа увидишь, это кольцо ничто. Мы в таком восторге о Духе Святом. Но не навеки у вас будет Дух Святой. Нет? Библия говорит, что Он с вами до дня искупления. Вы запечатлены Духом Святым до дня искупления вашего. Вся цель Духа Святого — это сохранить тебя. Доколе Иисус примет тебя в себя, пока ты не восхищен в полноту Его, пока ты возрастешь в Него, в меру полного возраста Христова, когда ты возрастаешь в Него, тебе не нужен Его Дух возвращается к Нему, потому что теперь это абсолютно нормально быть как Он. Больше нет потребности во внешней силе, потому что ныне ты соединен с Ним, ты напрямую соединен с Ним, как часть Его тела. Поэтому тебе не нужно ничего внешнего, потому что теперь ты стал частью этого, ты есть Его тело, взаимоскрепляемое связями, проявляя вместе полноту Его славы. Он есть глава церкви. Вот почему, когда Иисус сказал, у лис есть норы и у птиц гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову. Он не говорил о том, что Ему негде спать, Он говорил, что церковь, тело Христово, недостаточно зрелое для того, чтобы возложить на нее главенство Иисуса. Ему нужно зрелое тело, чтобы его глава почивала на нем. Я заканчиваю. Держитесь со мной еще 5 минут. Залог. Но нам надо хотеть больше. Мы удовлетворились залогом. Мы кричим о залоге. Мы жаждем залога. Мы ликуем о залоге. Мы сражались за залог. Мы спорим вокруг залога. Мы режем друг друга из-за залога. Мы не соглашаемся и начинаем новые религии вокруг залога. Но мы так и не двинулись к полноте того, что Бог имеет для нас. Мы разменялись на это. Но Бог говорит, настало время перестать быть малыми детьми и подростками. Настало вам время стать отцами. Пора вам уже перестать быть во внешнем дворе или во святом. Настало вам время быть во святом святых. Позвольте мне сказать вам, что Бог повелел первосвященнику. Бог повелел первосвященнику, когда Бог сказал Моисею построить ковчег завета, он сказал им, послушай, когда строите святое святых, размеры должны быть 10 на 10 на 10 или 1000 кубических локтей. И когда туда поставишь ковчег завета, там будет достаточно места только для одного человека. Там немного места. Там есть место только для одного человека. Места хватит лишь одному там. Так что все мы не можем туда войти.
Фактически, никто из нас не может туда войти. Лишь один человек может пойти во святое святых. Единственное, как ты можешь пойти, это тебе надо стать частью одного человека. Ты должен соединиться с его телом. Ты не можешь войти собой, ты должен войти им. Ты не можешь пойти как ты должен входить как он. Ты не можешь войти в твоей ситуации, ты должен войти как он. Так что на самом деле выход на следующий уровень или желание большего — это церковь, говорящая «я перестаю быть собой», когда Библия говорит «это народ мой, который именуется именем моим». Моим именем, не их именами, народ мой, который именуется именем моим. Видишь, проблема в том, что ты называешься своими именами, но тебе надо называться его именем. Если смирится народ и будет молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, позвольте мне сказать вам, проблема с поиском его лица в том, что есть парадоксальное восхождение. Если я ищу его лица, Библия говорит, что никто не видел Бога, и я остался жить. Но он говорит, не искать его, но если я взыщу его, я умру. И однако он говорит, ищите его, но если я взыщу его, я умру. И все-таки он говорит мне, я хочу, чтобы ты искал лица моего, но если я увижу лицо твое, я умру. Бог говорит, до тебя еще не дошло. Если ты увидишь меня, ты умрешь. Ты умрешь к своим нуждам, ты умрешь к своим желаниям, ты умрешь к своей плоти, и я буду жить в тебе. И ты станешь как я, и ты будешь поглощен в мое тело. И когда я войду во святое святых, которое нельзя осквернить, ты войдешь моим присутствием. До вас доходит это? До вас доходит это? Так что, когда ты входишь в полноту его присутствия, когда ты входишь во все, что Бог имеет для вас, ты стремишься к цели, к почести высшего звания, ты не размениваешься на меньшее призвание, ты идешь к высшему призванию. Единственное, как ты можешь прийти к высшему званию, это ты должен перестать быть собой и стать им. Это сто крат, это праздник кущей. Праздник кущей — это полнота Бога. Не мера Бога, это полнота Бога. Мы размениваемся на меру. Когда Библия говорит, исполняйтесь полнотой Божией, прикоснись кому-то и скажи «полнота». Полнота. Святой Григорий Ниский говорит, Бог есть корон, курон, а означает тот, кто объемлет все. Только Бог есть акерету, хотя Он и вмещает все, Его ничто не вместит. Ничто не может вместить Его, хотя Он и вмещает все. Только Бог может собрать все в Себя, и Он никогда не станет два или три или четыре. Бог единственный, кто всегда может быть единственным, всегда быть единственным, несмотря на то, что уже сколько уже вместилось в Него, потому что Он невместим, но может вместить все. Так что недостаточно обрести Бога в себе. Цель, ради чего Он есть в тебе, в том, чтобы Бог мог принять тебя в себе. Он вложил достаточно в тебя, чтобы привлечь тебя в себя, потому что ты сам по себе не мог прийти. Так что Он влагает себя в тебя и после запечатывает это. Он запечатывает, чтобы когда Он будет влечь себя обратно к себе, ты влип. Ты влеком тем, что Он вложил в тебя. Бог так все устроил, что Он не может быть полнотой, Он не может наполнить все без тебя. Он преднамеренно вложил себя в тебя, чтобы, когда настанет время Ему быть Богом, наполняющим все во всем, Ему придется привести тебя тоже. Так что, когда Он скажет, теперь настало время мне стать итогом всего, что есть, все, что я, все, во что я запечатал себя, входит в это. Дабы я не потерял ничего из этого, они входят в меня, потому что я вложил себя в них. Вот почему Иисус говорит, что вы в Отце, я в вас, вы во мне, мы в Нем. Дабы, когда ты окажешься в Нем, когда ты окажешься во святом святых, когда ты заберешься во сто крат, когда ты окажешься в следующем уровне, тебе это уже не возбуждало. Твоя хвала уже не результат твоих эмоций, это результат знаний. Что означает, что это уже никогда не изменится, это уже не потеряешь, это уже не украдешь, это уже не испортишь. Когда ты поклоняешься, потому что ты знаешь, тогда дьявол никогда не сможет украсть твое поклонение. Есть времена, когда ты поклоняешься, и есть времена, когда ты не поклоняешься, потому что твое поклонение зависит от обстоятельств, от твоих чувств, потому что ты действуешь
больше 30 и 60 крат, но когда ты становишься отцом, ты знаешь его. Неважно, на что это похоже, я знаю его. Неважно, как складывается ситуация, я знаю его. Неважно, как все оборачивается, я знаю его. И знание его удовлетворяет меня достаточно, так что все, что мне надо, это он и только он. Я начинаю с ним, я заканчиваю с ним, я начинаю с ним и заканчиваю с ним. Он есть альфа, он есть омега. Он есть начало, он есть конец. Он автор и завершитель. Он в нас. Должно быть стремление в вас к большему. Должно быть нечто в каждом мужчине, женщине.